судебное решение. Приговор именем Российской Федерации, город Сыктывкар, 24 августа 2020 года. Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе председательствующего судьи Зверева, коллегии присяжных заседателей, пресс-секретаря судебного заседания Снегиревой с участием государственных обвинителей Маркова и Балашенко, подсудимых Болновой, Бутин, Чайковского, Лялина, Филатова, Потапова, Галинского, Манчука, Колесова, их защитников, адвокатов Захаренко, Болотова, Витошкины, Дмитриенко, Федорова, Ильина, Момотова, Гладких, Сивковой, Трофимова, Сметанина, Можгова, Кабановой, Точенова, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Болоновой Марины Альбертовны 9 октября 1990 года.